Это Спринтер Кариб, 93-й год, получается, двигатель 4 АФЕ, недавно трамблер, поменял, получается, сколько у меня, 7 лет во владении, где-то 2 трамблера за это время поменял. Стартер также был один раз, менял движку один раз, капиталили, ну чисто прокладки меняли и все, получается. Где-то за это время, сколько, 7 лет, 2 аккумулятора было поменено. В общем, телевизор тут получается родной, все полностью, кондиционер работает, подтекает, правда, вот этот бачок немного, ну ничего, на сезон хватает, нормально, подливать потихоньку. Также здесь один раз фара менялась, вот, в общем, из основных работ, которые производились по двигателю. Заслонка, дроссельная здесь так прочищалась за это время. Один раз также. Вот. Это вот за 7 лет основные, которые были вложения. Новые колеса были приобретены за это время. Также вот 14-е. Получается, вот так немного отходит, правда. Передний бампер. Полностью тут подгнила, получается, крыло. Вот это вот передний. Двери закрываются почти как новые. Вот, общее получается состояние, как брал, вот такие вот были немного подогнутые пороги, так они и остались, в принципе, чего особо и не изменилось. Сидушка немного пошурканная, конечно. Вот, также здесь задние пороги немного вот тоже подгнили, получается, вот. Задней стороны, сзади вот эти вот часть тоже полностью надо будет менять. Здесь даже вон горловина, видать, бутылка для слива появилась. Сзади вот этот вот брызговик оторвался. Вот. Также с этой стороны бампер отпал, получается, полностью. Вот они лонжероны, которые здесь остались, тоже будет ремонтироваться данная часть полностью. Вот. Также здесь у нее тоже запасочка. Вот. Все полностью. Здесь также будет ремонтироваться и с этой стороны. Эта часть. Если вон дыры какие. А крыло заднее. Пороги. Все полностью. Также он на пластилине. Вот ремонт пластилина уже видели. У меня в обзоре, получается, так год проездил. Итак, вот полностью работы, которые были по кузову. Вот так вот, в общем, дно целое. Вот так вот. Это общий кузов этой машины за 7 лет владения. Пороги тоже немножко подсгнили, получается. С этой стороны. Это общий обзор. Получается, по кузову автомобиля. Также вот эти сверчки зимой светятся всегда ночью зеленым цветом. Клеммы вот такие закручивающие поставил. Так, в общем, ну, туманки тоже работают.